Слушайте, это не доказывает, что Эмми была беременна. Узнаем это из медкарты. Хорошо. Поговорим, пока мы ждем. Начнем отсюда, с места преступления. Мы видели десятки проникновений в дома. Не один десяток. Это место показалось нам странным сразу, как мы увидели его. Похоже на инсценировку. Смотрите. Но при этом они устояли во время борьбы не на жизнь, а на смерть. Я не знаю. Что вы хотите? В тот день вы в доме делали уборку? Нет. Наши ребята провели тест на наличие крови. Неприятно говорить, но кухня светилась как елка. Эми потеряла тут очень много крови. Не может быть. Может, но кто-то ее вытер. О, стойте, стойте! Зачем убирать кровь, если пытались инсценировать убийство? Отсутствие крови означает похищение. И значит, мы должны искать вне дома. Например, каких-нибудь бомжей. Лужи крови и отсутствие тела означают убийство. Надо проверить всех, кто здесь живет. И мы именно это и делаем, Ник. Ясно. Итак, каким был ваш брак? У нас есть только слова Ноэль. Она говорит не очень. Гил, из-за чего вы обычно ссоритесь? Причина конфликтов. Деньги, их отсутствие. У меня с бывшим было то же самое. Я говорю об этом, потому что я изучила ваши финансы. 117 тысяч долга по кредитной карточке. Что? Я изучила список покупок. Есть очень дорогие. Я этого не покупал. Я не играю в гольф. Вы купили отличные клюшки. Еще собаку-робота. Это недоразумение. Я не мог это купить. Надо разобраться. Хорошо, тогда давайте поговорим о страховке. В апреле вы увеличили страховку Эми до 1 200 000. Да, это так. Она попросила меня это сделать. Вы заполнили бумаги. Она попросила меня! О. Минутку. Да, хорошо. Точно? Хорошо. Она беременна. Это безумие. Итак. Мой вопрос теперь. Я не буду вам отвечать, пока не увижу адвоката.